Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Миксили. Вперед! Ну что же. Давным-давно когда-то я в нее играл, друзья мои. Давненько это было. Так, ну что, играть? Балдеют на вулкане. Познакомься с инфернитами. Раскаленные инферниты обитают в магмовых пустынях неподалеку от ядра Земли. Они невероятно вспыльчивы, зато в готовке шашлыка им нет равных. Нажми здесь, чтобы начать приключение. Освойся в игре и познакомься с Флейном, лидером инфернитов. Продолжить. А вот он, ребята, Флейд. Весельчак. Это главный умник своего племени. Он сохраняет спокойствие в любой ситуации, даже когда его голову охватывает огонь. Так, бесплатно играть. Находи особые подарки от Лего в специальных коробках. Так, мне, наверное, еще придется здесь подстроить управление, скорее всего. Пора повеселиться, обожаю фестивали. Надеюсь, там будут бутерброды с колбасней. Так, нажми, чтобы переместить пикселя. Угу. Так, и куда же я его должен привести? Хорош, хорош ругаться, зубы выбей. Так, никсели ненавидят микселей. И то и дело норовят сорвать кубиты. Так, никсели постоянно пытаются испортить веселье. На-ка! Ага. Ух ты, посмотрим, что там. Конечно, посмотрим. Давай-ка мы с тобой заценим, что у нас тут такое. Лейки? Потрясающе. Собирая подарки, можно получить специальные предметы. Если их смешать, получатся поразительные вещи. Оу-оу-оу-оу-оу. Нажми кнопку, чтобы воспользоваться способностью. На-ти-ка. Че, не понравилось, да? Сведи пальцы, чтобы отдалить изображение. С этим проблема, ребята. Надо настроить. Проверка. Окей. Прокручиваю экран, чтобы осмотреться. Угу. И что ты мне хочешь показать? Так там ничего нету. Там тупик, хорош. Ладно, давай просто с тобой осмотримся. Так, теперь приблизить обратно. Опять вы? Нажми на оглушенных никселей, чтобы использовать спецатаку. Все. Получили свои охламоны. Так, мы получим с собой новый уровень, второй. Это еще что такое? Ах, ну да, конечно же. Всех похитили. Ах, вы противные никсели. А где народ? Может, все ушли пораньше? Надо проверить. Спасите, выручите меня. Закрыли в сейфе чувака. Это будет наш второй персонаж, я помню. Так, ну что, побежим с тобой. Побежим и посмотрим. Открытые инструкции максимальная кракстеров. Превосходно, этот элемент можно увидеть в меню дополнительно. Так, начнем, наверное, мы драку. Давай, 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 уничтожай.
Все. Нажми, чтобы открыть шкаф. Но это проще простого. Почему у меня столько кубитов, ребята? По максималке. Ну, ребят, я скачивал игру. Видимо, это уже идет со взломкой, судя по всему. А не взломанную я не нашел. Да-да-да, вот он наш новый персонаж. Так, он робок и беспокоен. А его гигантские ноги способны вызывать землетрясения и проламывать скалы. Это у нас Сейсмо. Ой, Никсели схватили всех остальных Микселей. Как хорошо, что они не добрались до тебя, Флейн. Получилось. Такие-то довольные танцоры. Так, спасите всех Микселей. Вот такая вот наша основная задача, друзья мои, в этой игре. Это спасать Микселей. Найди других Микселей. То есть мы переходим с тобой на следующий уровень. И будем потихоньку-потихоньку с собой драться. А что вот тут бесплатно? Ну-ка. А, ну это мы с тобой выставляем, да? У этого, значит, топот ногами, а у этого фаербол. Создавай новые башни и улучшения, смешивая предметы. Так, нам здесь... Ох ты, кубит лежит огромный. Смотрите, огромный радужный кубит. Нужно прогнать Никселей. Согласен. Что? Пока идет битва, можно выбирать и перемещать каждого Микселя отдельно. На, раздавил. Тут даже ничего не понадобилось. А, так, продолжай идти к радужному кубиту. Также можно переместить сразу всех Микселей, долго нажимая на нужное место. Долго нажимая? Ну да. Такое дело тоже есть. Подарочки. Целая куча подарков. Найденные кубиты, они нужны для смешивания. Так, что у нас тут? Супер кубит. Такой светится. Ладно. Что вы мне прикажете сейчас делать? Подраться вот с этими, да, нужно? Ох ты, сколько вас тут. И бубу. Вот это да, вот это фаербол, друзья мои. Ты не там топнул, парень. Не там ты топнул. Давай, разбираем их. Маленький такой с бумерангом. На, раздавили как клопа. А взять мы пока не сможем, да? Нам нужно отбить. А давай-ка я вот так вот фаербольчиком. Дыбич. Замечательно. Так, Фейн, иди помогай. Хотя он справился сам. Новый уровень, четвертый, а этот второй получает. Получилось, ребята, все отлично. Ну, поначалу, как ты понимаешь, все будет довольно легко и просто. А вот дальше, как я помню, будет очень жестко. Ура, смешаем добытые предметы и получим коллектор, чтобы собирать кубиты. Охранять сторожевой пост. Так. И микс. И что же мы тут получим с тобой? Или это мы просто с тобой... Ага. Нужно построить башню для защиты коллектора инфернитов. Построить башню. Строй. Так. А у нас все хватает? Прокрути колесико вниз, чтобы выбрать. Какое колесико-то? А, твое налево, вот же. Так. Вот это нам нужно? Ну давай. Микс. Какой-то цветочек. У нас появился какой-то цветок, ребят. Эти бегут толпой. Ничего себе их там. А не слишком ли много-то? Ладно, хорошо, давай посмотрим. Нам надо будет, наверное, с ними тут разобраться со всеми, да? Так, этот у нас там обрабатывает кубит. Вон они бегут. Куда собрались, я не понял. Промашку дали. Давай, родной, бомби их. Че, ты не видишь их, что ли? Давай, давай, топчи их, как тараканов.
Правильно. Так, вторая волна. Готовимся, друзья. Где они там? Ох ты, это кто такой? Давай сделаем микс. Так, нажми кнопку смешать. Ага, делает микс. Ничего себе. Смотри, каким я стал. Ну-ка. Обалденно. Так, получился микс. Мы его просто-напросто, ребята, прыгнули на него. Да и плюс еще и лаву здесь вызвали. Поэтому пора спасать миксерей. Естественно, пора. Мы все собираемся и никак не идем спасать. Земли инфернитов. А так, смахни по экрану, чтобы прокрутить земли. Выбрать территорию. Сейсма открыл доступ в земли кракстеров. Нажми кнопку отправиться, чтобы войти туда. Территория кракстеров. Так. Это они? А, это же электрический, точно. Вспомнил. Шахтеры, работяги и кракстеры живут в огромном подземном лабиринте из туннелей и пещер. Так, чтобы приступить к заданию, нужно нажать. Продолжаем. Сила тока. Ну, я менять никого не буду, ребята, мы с вами и оставим. Фейн будет наш основной персонаж, да, а Сейсма будет уже второстепенный. Как бы в помощь нам. Сейф. Угу, я намек понял. Вызови миксели. А, вызвали. Конечно, вызвали. Так, подарки забираем. А это мы ломать не можем. Так, а если я камеру чуть-чуть повыше? Так, секундочку. Ну что вы тут третесь? Давай-давай-давай, бомби их. Суперудар пока не стоит, наверное, применять. Их тут все равно мало. Можно миксануть. Но опять же, зачем? Так, рычаг. Опа, подарки. Погоди, погоди, вернись. Какая-то тележка. А вон туда как нам попасть? А, вот еще он с рычаг. Так, мост появился. Погнали. Погнали, погнали, погнали к этим ребятам. Фаербол заряжай. Тирич. Готовы, хламоны. Оу, подожди, готовы. На. Эй, ты будешь помогать нам? Нисколечко не помог. Фейн, кстати, пролучит уже скоро 5 уровень. Вот что я тебе хочу сказать. А вот и сейф. Да, друзья мои. Скорее выбирайся, говорят. А куда я тут буду выбираться? Спасли мы с тобой электрического чудика. Как же тебя величать-то, бро? Этот рассеянный шутник непрерывно выбрасывает статическое электричество. Это Валектра. Собственной персоны. Нам нужно, видимо, сюда добраться. Валектра, ты с нами? Да. Теперь нас уже, ребята, трое. Стоп. А, вот спуск же. А что у Валектра есть? У него какая-то, ребята, видимо, электрическая, да, способность? Ну, проверим. Воу. Не-не-не-не-не-не-не, мы еще одного не добили. Отлично. Так, Валера получил один уровень. Так, нам... А что, если мы сюда встанем? Так, что-то как бы сдали или отметились. Получилось, говорят. Ту-ту-ту. Этот брейдансер такой, смотри. Наяривает. Ну что же. Вот у нас с тобой Флейм, Сейсма и Валектра. То есть нам можно будет потом комбинировать с тобой, да, разных микселей под разные, видимо, задания. Нажмите кнопку меню, чтобы узнать больше и получить дополнительные материалы. А так, один из микселей куда-то исчез. Здесь есть несколько камер. Может, миксели заключены в каждой из них. Возможно. Возможно, ребята.
никто даже не сомневается. Ведь Никсели их похитили. Причем всех. А ты видел, сколько их там, этих Микселей, было на этой вечеринке? Ага, вот здесь вот сундук. Здесь сундук. Ну, сейф, сундук. Три. Открой нужную камеру, чтобы спасти Микселя. Вопрос в том, что знать бы, какая из этих камер правильная, нужная. Так, подожди, я могу вообще... Ох, ничего себе. А, нам в любом случае нужно идти в шахту. Так, подарки забираем. Это мы попали к каким-то рудокопам, что ли? Я не могу понять. Или это просто пещера? Видимо, мы через пещеру, ребят, с вами... Ага. А, тут спуск есть. Окей. Так, хоть правильно идем-то? Тут, по-моему, мост разрушен. То есть тупик. А это что такое? Че ты смеешься ты? Че ты смеешься? Ничего вроде бы смешного не было, а он хихикает мне. Ладно, это, короче, беспонтовый был ход. Давай пойдем тогда прямо. Так, какие-то кристаллы. Эй! Вот они. Давай-давай, разбираемся с ними. Эти с пушками, прикинь, охламоны. Такой звук еще создают. Так, а если я вот здесь пройду? Куда-нибудь это меня приведет? Дорожка. Слушай, тут целые эти лабиринты. Угу. Здесь мы с тобой наверняка должны что-то получить, какой-нибудь подарок. Да, тут можно заблудиться, друзья мои. А здесь почему-то перекрыт путь. Хм. Ладно, у нас есть еще вот здесь. Так, смотри-ка, что это такое? Это как будто чей-то домик. Чей-то домик, и никто не хочет нас впускать внутрь. Ладно, пойдем выше. И все, что ли? Вагонетку только взяли какую-то. Так, погоди-ка, как же мне тогда к ним попасть? Тут нужно выбрать правильную дорожку. Ага, вот, наверное, через верх мы с ним сейчас встретимся. Так, тут есть наверх. Вот они. Давай-давай-давай. Фаербол. Бух. Так, этого надо бомбить. Он что-то там разбуянился, я смотрю. Чересчур. Все, да? Нет, не все. Один жив. Током бьет. Справились. Можно, конечно, микс сделать. Но пока вроде бы справляемся своими силами. Так, подарок. Опять какая-то вагонетка. И тут тупик. Серьезно? А я еще ни одного сейфа не нашел, прикинь. А их тут три. Ладно. Все равно найду. Главное не запутаться и не пойти по той дороге, по которой мы уже ходили. Так, а уже интересно, здесь я, по-моему, был или не был. Я уже запутался, друзья мои. Так, стоп. Куда-то иду. Куда? Оу-оу-оу-оу. Давай электричество. А если миксанем? Что у нас получится? Микс. Ну. Вау. У кого-то появилась новая способность, написали. А что же там за новая способность? Как ее... Воу, наконец нашли первый сейф, друзья мои.
А, это фальшивый, да, был сундук? Там Никсель сидел, оказывается. Ай-яй-яй-яй-яй, как же нехорошо, как же некрасиво, а? Что-то вот эти вот платформы меня немножко смущают. Так, стоп, я запутался, заблудился. Тут есть какая-нибудь карта? Открой нужную камеру. Давай посмотрим, где я не был, в каком направлении. Так, это мне нужно выйти. Вот сюда пойти надо, ребят. Вот сюда нужно пойти. Ох, как далеко бежать-то. Короче, идти нужно до этих, до вагонеток. До железных путей, скажем так. А потом идем вниз и поворачиваем налево. Там будет у нас уже новая локация. И второй, наверное, сейф будет. Я правильно сейчас иду? Да, нам нужно будет сейчас вот выйти наверх здесь. И спускаться уже вниз. Спускаться вниз и вот здесь уже поворачивать налево. Вот тут. Вот здесь мы еще не были. Так, подарок. Печатная машинка. Ага. Электричество. Оглушаем их всех. Плюс топоту. И фаербол. Дудич. Ну, да раздавит этого хламона мелкого уже. Так, давай, подожди секунду, давай-ка глянем. Но здесь ничего интересного нету. Ага, вон там сейф. Впереди, ребята, сейф ожидает. Я надеюсь, он правильный. Ну-ка. Да. Друзья мои, это был правильный сейф. И что за миксель мы с тобой спасаем? Это что за весельчак-скоростняк? Кто такой? Этот неугомонный проказник невероятно быстро перемещается благодаря реактивным струям. Так, ну что, мы прошли, ребята. Тун-тун-тун. Спасен новый миксель. Отлично, ребята. Так, Зорч. То есть мы можем с тобой взять... наверное, я так понимаю. Или, подожди, или у каждого своя команда будет. Всего их 27 микселей. Окей. Так, ладно, ребята, пойдем дальше. В общем, суть игры спасать микселей, ребята. Так, здесь мы прошли, прошли. Идем на следующую миссию. Так, открывай коробки с поворонами, пока не найдешь самое свежее и вкусное блюдо. С поворонами какими-то. Слушай, вот здесь у нас было написано, я получил... Ага. Что это такое? Видимо, какая-то огненная лужа. Тут, смотри-ка, есть двойной прыжок. А у этого пока никакой способности нету. Это бесплатно, ребята. А вот эти вот тратят... Вот эти вот кубы. Ну, у нас кубов тут, извини меня, хоть сколько, поэтому... Нам не страшно, да? Мы можем тут... Хоть через каждые 3 секунды применять свои суперспособности, супервозможности. Так. Че это он там делает? Найди коробки полные поворон. Хавает еще там. Так, давай подарок забирай. Полные поворон. Где-то вот здесь вот. Так, открыто. Мёрп, Скорпий и Магнифа. Превосходно. Этот элемент можно увидеть в меню дополнительно. То есть, 3 микселя, что ли, открыли? Или что такое? Вот они здесь, ребята. Вот они, хламоны. Давай, бомби. Я посмотрю, что это такое. Воу! Я так и думал, что это будет лава. А ну-ка. Тихо. Просто без проблем с ними разобрались. Так, это еще тут мелкие. Запинали его со всех сторон. Все. Так, повороны мы с тобой нашли. Бежим дальше.
Сколько нам их нужно найти? Нам не сказали, если честно, да? Ух ты! Смотри! С мухобой! Серьезно? Лужу, лужу! Вот. А, сразу! Ножки-то поджарились, да? И не может сюда забежать. Хочет и не может. Давай, сгори! Ты посмотри, а какой жук! Ну, все. Так, вот еще у нас тут поворон. Секундочку. А сколько их вообще нам нужно собрать? А, 10. Так, а у нас еще и, ребята, время ко всему прочему здесь идет. Вот что я тебе скажу. Ну-ка. Давай. На тебе. Правильно, давите их, ломайте. Все. Так, ну что, пойдем. У нас еще, ребята, 6 штук надо найти. Так, вижу одну впереди. Какой-то подарок тут. Открытые инструкции Макс племени Фанк. Превосходно, этот элемент можно увидеть, понятно. Стоп, а теперь мне кажется, что мы просто пробежали вокруг. Вот здесь вот я как-то пропустил. Это непорядок, надо забрать. Вот он. Так, теперь давай еще глянем, где мы с тобой. Здесь вроде бы все взяли. А, мы наверх с тобой не поднимались. Или... Так, я вижу здесь подарки. Угу. Идем наверх. Идем с тобой наверх. Вот по этому мостику. Ох ты, там боксер какой-то. Правильно, электричеством, естественно, ребята. Че, не нравится, не бегают, суетятся. Пинаем, пока они там вдалеке. Давай, Сейсмо. Валеру. Валера, ё-моё. Так, 8 коробок уже нашли. Остается еще 2. Где эти коробки могут быть? Так, открыто Вулк и Заптор. Мёрп. Превосходно. Это то ли описание в микселе будет, то ли еще что-то. Ага, тут еще выше. Нам нужно, ребят, найти 2 подарка. 2 коробки, точнее. Ну-ка, электричеством. Вот электричеством, и сразу надо, ребята, воду, чтобы они... Точнее, кислоту, блин. Ну ты понял, короче. Чтобы они здесь горели. Давит, топчет их. Валим их. Минус. Тише отдуплится, этот с пушкой тоже тут бесит. Так, мы его подбили. Новый уровень кто-то получил. Блин, а что коробки-то пустые? Давай, бомби. Иди сюда. Сейсмо, давай вот дави их. Прыгай по ним. А этот еще мелкий хлыщ стреляется по мне. Да как же ты не добил-то этого? Бьет и не раздавил его. Так, ребят, а как интересно... А, вот. Я же думал, что это где-то на возвышенности. Подожди. Надо смотреть, ребятам. Почему-то у нас с коробочками это беда. Подарок. Вот коробка еще одна. Так, нам нужно сюда по этому мостику перейти. Время, друзья мои. У нас всего лишь 2 минуты остается на все про все. 2 минуты. Стоп, а где... О, вот она. Последняя коробка, ребята, внизу находится. Значит, успели. Все? Все. Получилось. Открыть специальный предмет. Что за предмет?
Интересно мне знать. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. На одну звездочку, ребят, прошли. Слишком плохо, слишком кисло. Самый лучший бутерброд. Найдите все ингредиенты для приготовления вкуснейшего в мире бутерброда. А, у нас только легкотня доступна, да? Легкотня. Так, а у тебя что-нибудь новенькое появилось? Нет. По 3 суперудара у них у всех будет. Так, здесь будут потрачены кубиты. О, новый уровень. А что, они бесконечные у меня эти кубиты? Так я сейчас могу тут прокачать. По максималке, ребят. 10 уровень, да? Блин, ну так с одной стороны неинтересно. Ну, другого варианта нету, ребята, у меня. Это я не специально. Вы все прекрасно знаете, что я не особо люблю вот эти всякие взломки. Но вот такая вот версия, понимаешь, досталась мне с кубитами. Так, ладно, давай смотреть, что у нас тут дальше. Так, показывают сюда. Нам нужно идти. На острове творится что-то странное. Активируй все переключатели. Все 4 штуки. Так, открыто Зорч и Шаф. Оу-оу-оу-оу. Сейчас проверим суперудар вот этого вот. Ну? Ничего себе. Круто. Нифига, он такой, с такой с пушкой, да? Подожди-ка, мы рычаг активировали, но ничего не открылось. Может быть, где-то еще должен быть рычаг. Давай, давай, бомбите, бомбите. Лучом. Я же говорю, луч. В кого он там? Все, справились. А, вот, вот он, второй рычаг. А, нам нужно с тобой. Все, я понял, ребята. Так, инструкции. Макс Фрастиконов, превосходно. Вот это что такое? Телепорт? Погоди-ка. А в чем приколюха? Это что еще тут за... Ну как? Правильно, жарьтесь. Прыгай, прыгай, прыгай. Не хочет. Придется так добивать их. Растаптывать. Бегает только, суетится. Ай-яй-яй, мои ножки, ножки, ножки. Все, ребят. Подбили мы их. Так, подарки забираем. Нам нужно еще где-то найти два рычага. Ага, вот он, третий. Подожди, этот уже активирован. Стоп. Тогда я не пойму, а где же тогда еще один рычаг? Даже два. Отпустится вот это вот, скорее всего, у нас. Телепорт. Ага, вот. Вот нам надо куда, ребята, вниз идти. Нам нужно сюда. А ну-ка. Этот боксер такой мелкий идет тут. На. Да выпендривался. Так, рычаг активируем. Ну-ка. На. Мы и так разберемся с ними, да? Так, вот этого еще последнего. Все. Нахлобучили. Здесь наверняка будет уже четвертый рычаг, мне кажется. Так, Флора и Кро. А что, эти миксели идут от Лего, что ли, у нас, ребят? Это леговские персонажи или как? Вообще крутенько вот сейчас получилось.
Так, шаф. И вот последний рычаг, который нам как раз-то и нужен. Подожди-ка, а кого мы не добили? А вон он стоит. Я думаю, что такое? Что не открывается-то? Выясни, что происходит на острове. Выясни, что происходит на острове. Хорошо, выясним. Нам расплюнуть. Так, пойдем пробежимся. Сейчас наверх, по-моему, да, нам надо. Правильно хоть иду-то. Сюда ведь, да, сюда. Так, тут у нас Вулк и Зорч. Одолей Никсели разрушающих остров. Это вот их именно, да? Лучом жарит. Все, одолел. Получилось. Слушай, а как, например, нам взять вот того, который быстро бегает? Мы же с тобой открыли нового, да, Микселя? Шустрика такого. Как мне, например, его взять? При строительстве башни и коллекторов кубитов расходуются предметы. И еще один кубит. Друзья мои, еще один гигантский кубит мы с вами находим. Избавься от Никселей без спроса пройдешь на территорию. В легкую. С удовольствием просто. Заваруха. На. Этот с разбегом, ребята, еще и оглушает их. Сейсма наш. Давай. Тыдыч. Так, ну этого-то. Ну вон же бегает мелкий. Ну что, вы его не видите, что ли? Так, теперь тут с этими разобраться надо, да? Тут можно, кстати. Ох, смотри. Фига себе там чувачок ходит. Все, этот добегался, сгорел. Нет, не сгорел. Бьем, бьем, бьем его. Все, да? Так, ну-ка. Сейчас мы его из луча попробуем. Чу-ч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 у. Ты посмотри, какой, а? Нагрелся еще. Да ну, такой сложный, эй. А Сейсма стоит себе, отдыхает. Смотрит, любуется, даже не участвует в поединках. Ага, все, у нас получилось, ребята. Такие довольно короткие, легкие миссейки пока. Но это легкотня, мы, ну... Что такое? Создай новый объект. И микс. А вот какой микс нам не показали, ребята? Какой мы с собой микс здесь сейчас сделали? Он тут уже полирует вовсю. Охранять сторожевой пост. Готово. То есть мало того, что откопали, да? Так они его еще полируют, чистят. И уже начинают его потихоньку там деребанить на маленькие осколочки. Охранять. А как? Что нам нужно сделать? Так, мы сюда можем что-то построить с тобой. Для строительства не хватает. Ага, понял. Тут тоже не хватает. И здесь не хватает. Так, создай новый. Так, вот здесь можно, ребята, что-то построить. Я не знаю, что это, правда. Что это? Замедляет врагов потоком писем. Потоком писем. То есть, я так понимаю, на нашу базу все-таки будут какие-то нападения. Чего нам сюда нужно, да? Вызов. Что за вызов? Кому вызов происходит? Никселем, что ли, опять? Погоди, а мы разве с тобой здесь не были? Это же... Так, стоп. На этой миссии мы с тобой были, поэтому зачем нам ее проходить еще раз? Погоди-ка.
Что мне надо сделать? Не могу врубиться, что надо сделать. Охранять сторожевой пост написано. Нажимаешь готово, почему-то сразу влетаешь. И в чем прикол? Почему сюда вот показываешь? Почему-то вот здесь вот восклицательный знак. Неприятный сюрприз. Вечеринка, на которую тебя позвали, оказалась ловушкой. Избавься от врагов и догони миксера, который украл твой подарок. Спасение миксера. Ну давай, хорошо. Это, надеюсь, не та же самая миссия, которую мы только что проходили с тобой. Нет, это другая, ребята. Вот он, тырит. Украл подарок. Эй, а я его даже догнать могу. Отдай, гаденыш, подарок. Так, мне плевать. Мне нужно этого догнать, охламона. Блин. Так, новое дополнение. Да какое, блин, дополнение? Правильно, всех их жарим лучом. Все? Ну, почти. Тут уже подкрепление прибыло. Так, дай-ка я вот это вот заберу. Ланга и Джога. А что они бесконечные-то какие-то? Ну-ка. Все. Этих тоже хламов разные. Этот что-то валяет. А что он погиб? Как так-то? Друзья мои, а что мне делать? Смотри, он валяется. Блин. И что мне теперь сделать? Наверное, надо подбить всех. Ты будешь вставать-то, бро? Не хочет. Значит, получается, что и нужно и этих еще тут уничтожить. А как его так быстро уничтожили? Подбили? Что за дела-то? Я не понял. Что он там такое сделал? О, так у меня сейчас и этого уничтожат. Это всего лишь на один уровень сложности мы с тобой взяли повыше, и все. И ты посмотри, что происходит. Зашибись. И... Так, этот встал. Так, Фейн, ты будешь идти сюда или что? Нам, наверное, надо вот в этот портал прыгать. Понятно. Непонятно мне одного. Для чего вот мы с тобой переходим там, да, в этот портал? И там показана, типа, ну, картинка Микселя. А как мне попасть к тому сундуку, вообще неизвестно. К сейфу, который там стоит. Куда он побежал, этот хламон, а? В каком направлении, вот как ты думаешь? Ага, тут здесь тупик, понял. То есть бесполезно сюда идти. Давай тогда сбегаем сюда. Вон он. Иди сюда, говорю, голодранец. Ой. Так, стоп. Луч. Так, давай, прижучивай. Справимся, да? Уже справились. Так, новый уровень. Так, Зорч и Валектра. Не пойму, это комбинации, что ли, мы с собой открываем? Или что, Зорч и Валектра? Так, что это за музыка такая? Что происходит? А мне пройти... Вот. Оу! Да
Давай, 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 давай. А где мой этот? А куда ты там? Иди сюда, господи, стоишь там. Фейн, блин. Ну ты серьезно, что ли, блин, застрял там? Нам крышка сейчас тут. Фейн, трындец. Этот застрял. Ты прикинь, он застрял. И я ничего не могу сделать. Вышел, блин. Ну и чё? И чё, он тут один сможет справиться со всеми, что ли? Я сомневаюсь, ребят. Давай, активируй. Сейчас у нас кончится, да? Пускай бегут. Так, надо отойти. Так, спускаемся. Активируем. Ага. Как же ему это не нравится, ты посмотри, а. Ну он серьезный. Подбили. Вот он тот гаденыш, который, ребята, воровал наши подарки. А ты не стой, ты стреляй. Еще одного надо подбить. Все, друзья мои, вставайте. Подобрать подарок. А, тут вечеринка у них была. Ну-ка. Все, да? Да, друзья мои. Отнесли подарок, который свистнули. Они же рядышком стояли. И нам нужно было его еще и принести на вечеринку. Ну что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.